Фурха загорелась. Остановлена. Но это был шанс. Шанс для московского «Динамо». Просто пятачок подставлена клюшкой. И снова Фурх действует выше всяких похвал. Выбор позиции. Грамотный выбор позиции. Фурха в этом эпизоде хранил Алексей Сопин. Подставлял клюшку. И там даже бы его партнеры на синей линии уже вскинули руки. Победно. Но нет. Нет. Закрыто. Ключи у Фурха. Фурх очень красиво, кстати, щитком сыграл, так себе подбил, накрыл. Очень здорово и четко сработал защитник. Тут даже Александр Рыбаков поднял руки, не знаешь, каким он...